أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. Воистину хвала Аллаху. Его мы восхваляем, просим о прощении и помощи. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от зла наших дурных дел. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет, а кого Он сбивает, того никто не сможет наставить на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Один Он и нет у Него сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга. И бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и говорите слово правое. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем. Самая правдивая речь — это слова Аллаха. А самый лучший путь — это путь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшими же из дел являются нововведения в религии. И каждое нововведение — это ересь. Каждая ересь — это заблуждение, а каждое заблуждение — в огне. Любимые мои присутствующие здесь братья и сестры, а также братья и сестры, которые слышат меня сейчас, мир вам всем! Милость Аллаха и Его благословение! Добро пожаловать на одну из прекраснейших встреч и счастливейших мгновений. Я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха собрать меня и вас в обители Его щедрости и сделать нас наставляющими на прямой путь и ведомыми по нему, и не лишать нас Его блага по причине того зла, которое находится у нас. Темой нашего сегодняшнего разговора, нашей сегодняшней встречи будет «Моя мать». Это первое слово, которое мы произносим. Самое прекрасное слово, которое мы только повторяли. Однако разрешите мне, до того, как я вместе с вами перейду к этой самой теме, высказать слова благодарности и признательности моей матери. Слова признательности моей матери, которой я обязан тем, что имею, после милости Всевышнего Аллаха. И что бы я ни сказал, и что бы я ни сделал, я не смогу расплатиться с тобой, о моя мать. Я никогда не забуду твою сострадательную грудь, и никогда не забуду, как ты не спала ночами и уставала днем. Я никогда не забуду, как мы собирались за обеденным столом, и ты давала нам еду, отдавая от себя все самое вкусное. Даже тогда, когда мы выросли, ты клала кусочки еды в наши рты. Как я причинял тебе беспокойство, о моя мать, когда поздно приходил домой. Все засыпали, а ты же оставалась бодрствовать в ожидании меня. Ты боялась, что мы утонем в море, когда мы жили рядом с ним. Я помню, как однажды ты сильно побила меня, потому что я приблизился к морю и зашел в воду рядом с берегом. Я был маленьким и не знал, почему ты меня побила. Но когда я вырос, то узнал, что твой страх за меня побудил тебя сделать это. Я не забуду, когда я вырос и уехал на учебу, что именно ты собирала со всех мест деньги на мои расходы, чтобы я ни в ком не нуждался и ни у кого не просил на чужбине. О Аллах! Как же я расстраивался, когда после того, как я проводил каникулы,
Наступало время возвращения к учебе. Как разрывалось мое сердце, когда ты говорила мне: «Возможно, ты вернешься из этой поездки и уже не увидишь меня». Как же разрывалось мое сердце, когда ты говорила мне: «Возможно, ты вернешься из этой поездки и уже не увидишь меня». Как же сильно я плакал, когда слышал эти слова. «Вот я вернулся из путешествия, о моя мама, а ты постарела. Ты ослабела. Ты постарела, о моя мама, и ослабела. Ты отдала мне и моим братьям и сестрам лучшие годы своей жизни. Как ты защищала нас? Скольким ты пожертвовала ради нас? Ты несла на себе наши заботы, устремлялась к нашим нуждам, даже тогда, когда мы выросли. Еще вчера меня звали Халид, а сегодня мне говорят: шейх такой-то. И я клянусь Аллахом, являюсь лишь одним из твоих благих дел. И я клянусь Аллахом, лишь одной из твоих благих дел. И положением, в котором я нахожусь сегодня, я обязан сначала Всевышнему Аллаху, а затем тебе, о моя мать. И пусть Аллах воздаст тебе за меня наилучшим воздаянием, о обладательница улыбающихся уст, о обладательница щедрости и милостивого сердца. Тебе, о драгоценность! Тебе, о обладательница чистого источника, которая вытирала мои слезы, подмывала меня, кормила и поила своими руками, той, которая сделала свою грудь успокоением для меня, чьи глаза охраняли меня. Тебе я дарю эту встречу. Я говорю: пусть Аллах воздаст тебе за меня наилучшим воздаянием. О Аллах, сохрани мою мать. О Аллах, сохрани мою мать. Удлини ее жизнь. Сделай праведными ее дела. И пусть последним, что она сделает, будет благодеяние. О моя мать, если бы твоя жизнь зависела от меня, то я увеличил бы ее даже ценой собственной жизни. О мама, если бы это зависело от меня, я бы поднял тебя к облакам на небесах. Клянусь Аллахом, твое право может выполнить только Аллах. Клянусь Аллахом, твое право может выполнить только Аллах. Что касается под тем нашей встречи, о которых я буду говорить после этого вступления, то их шесть. Первое. Мать. Откуда ты мог знать, что такое мать? Второе. Реальность, а не воображение. Третье. Остерегайся мольбы притесненного. Четвертое. Я не верю, что они сделали с тобой это. Пятое. Почему он плачет? И последнее. Такова наша религия. Итак, первая подтема — это мать. И откуда ты мог знать, что такое мать? Мать — это образец милосердия. Она находится за нами. И никто не смотрит на нее с уважением или почитанием, кроме тех, кого помиловал Аллах. Мать — это ядро терпения. Это живой пример прощения и мягкости. Один человек сказал: «Только сейчас я понял значение слов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он сказал: «Я часто слышал слова разных хадисов о величии и достоинстве матери. Я, как и другие, слушал то, что слушал, и услышанное практически не заходило дальше моих ушей. Красивые речевые обороты потрясали меня. Я качал головой в удивление, слыша красивые стихи про матерей, но в реальной жизни ничего не менялось. Но Аллах пожелал мне блага, и я следил за беременностью моей жены день за днем. Когда эта бедная женщина была на 9-м месяце, я вдруг представил себе, что я тот свернувшийся ребенок в надутом животе. Когда я смотрел и наблюдал за ней, я вдруг начал понимать некоторое значение слов о достоинствах матери, которое я так много слышал. Я был свидетелем великого дела, которое смягчило сердце.
и заставила глаза плакать. Только тогда я убедился окончательно, что с этой великой женщиной, с матерью, люди никогда не обращались и не смогут обращаться по всей справедливости, как бы цветисто они ни говорили, как бы красиво они ни высказывались, как бы они ни согласовывали свои речи. Клянусь Аллахом, наградить ее по-настоящему сможет только один Аллах. Поэтому и говорят, награда родителей за Аллахом. Да, именно поэтому и говорят, что награда родителей за Аллахом. Он продолжает, говоря, «О, если бы мои слова помогли мне говорить истину! Я следил за ней дни и ночи, последнего 9-го месяца беременности. И что же я увидел? Смилуйся над ней, о Аллах! Разве человек может вынести эти страдания и боль? Я видел, как все это она переживает с радостью, счастьем и ликованием, раз за разом. Я видел и слышал, когда она даже не догадывалась о моем присутствии, как она вскрикивала от боли. Я чувствовал силу ее боли, которая сразу же перекидывалась к моему сердцу, и я боролся с собой, чтобы глаза не подвели меня, предательски не выдав слезы. Затем я удивлялся ей, когда уже в следующее мгновение она улыбалась, забывая те боли, показывая на свой живот и обращаясь к нему, говоря, «Как же я люблю тебя, мой маленький! Как же я хочу поскорее тебя увидеть!» Причист тот, кто внушил ей терпение в этих постоянных болях. Ты мог видеть ее. Когда она двигалась, то испытывала боль. Когда сидела, то стонала. Когда ложилась, то вскрикивала. Когда она шла, то уставала. Когда она пыталась спать, то уставала, немного полежав. Она уже не могла крутиться на своей кровати так, как ей хочется, как она делала это до своей любимой и тяжелой ноши. Несмотря ни на что, в целом, она продолжала заниматься домом и домашними делами. Она следила за младшими детьми, за их чистотой, кормила их и купала, укладывала их спать и делала другие дела, которые сами по себе достаточны для того, чтобы сломить горы и скалы и воспламенить остатки натянутых нервов. Вместе со всем этим она говорила терпению, улыбаясь, «Учись у меня, о терпение! Учись у меня, о терпение! Попробуй стать матерью! Сколько может выдержать мужчина, оставшийся на несколько часов с ребенком, двух или трех лет от роду, до того, как начнет призывать на себя горе, погибель и другие ужасные вещи. Воистину, это может делать лишь мать, которая переносит это с довольством и улыбкой. Посмотри вместе со мной на это зрелище и скажи, как прекрасно она смотрится, когда она сидит, а вокруг нее собрались маленькие дети, и они похожи на птенцов, которые раскрывают свои клювы, чтобы их мать положила им туда какую-нибудь еду. Как же прекрасно она смотрится, когда сидит, а вокруг нее собрались ее маленькие дети. Они похожи на птенцов, которые раскрывают свои клювы для того, чтобы их мать положила им туда какую-нибудь еду. Одного она поощряет, чтобы он поел, с другим она играет, кормя его, третьего она поет с нескольких попыток, а с самым младшим она смеется, чтобы тот начал есть свою порцию. Все это происходит тогда, когда она сидит в неестественном положении, когда у нее болят все суставы. Несмотря на все это, она продолжает улыбаться, играть, поить и кормить. Затем внезапно она издает приглушенный крик. Она получила удар от своего ребенка ниже пояса и быстро меняет свое положение. Как только она усаживается ровно, улыбка возвращается на ее лицо, будто бы ничего не происходило. И вновь ребенок наносит еще один удар, словно говорит ей, «Мать моя, я здесь». Он как бы напоминает ей, говоря, «Мама, вот он я, здесь». Она радуется его удару или ганию, хотя он не дает ей передохнуть ни на мгновение. Когда же он стихает, она пугается и нервничает. Когда он шевелится, она радуется. О Аллах! Самые разные виды страданий. Я думаю, если бы их испытал самый сильный мужчина, то он закричал бы так, что его услышал бы целый квартал. А она терпит, ожидая свою награду от Аллаха. Мало того, она смеется и улыбается. Пусть милость Аллаха пребудет над ней, пусть милость Аллаха пребудет с ней. Затем он говорит,
Несколько раз я видел, что она смотрит на меня таким взглядом, в котором можно было бы прочитать боль всего мира, хотя она и не произносила ни слова. После этого, спустя считанные мгновения, она вновь улыбалась, смеялась, и ее язык начинал вести самые приятные разговоры о новом, грядущем госте. Удивительно твое дело, о мать. Но если вы думаете, что боль и страдания кончаются вместе с беременностью, то вы ошибаетесь. Послушайте, братья и сестры, давайте скажем, как же ты велика, о мать, когда заканчивается 9-й месяц и наступает час выхода. Когда уже закончился этот 9-й месяц и наступил час выхода ребенка в эту дунью, наступает несчастье. И он не хочет оставаться в животе и не хочет выходить в этот бренный мир. Наступают невыносимые беды, трудное положение, которое никак не облегчается, и трудность, которая не ослабевает. Затем в большинстве случаев он выходит, но только под принуждением, разрывая ткани и вспарывая живот. Либо его выдавливают. Врач делает матери эпизиотомию, а акушерка стоит рядом, готовясь поймать младенца. Затем он соревнуется с душой матери. Кто выйдет быстрее? И бывает так, что душа матери оказывается первой. Она умирает, а он остается жить. Если же срок ее отложен, и она очнулась после этой долгой и горячей битвы, она смотрит на него, как он лежит рядом, и говорит, улыбаясь, «Да будет моя душа выкупом за тебя». И после всего, что произошло, она смотрит на него, как он лежит рядом, и говорит, улыбаясь, «Да будет моя душа выкупом за тебя». О Аллах! Что же это за нежность? Что же это за альтруизм? Она столько страдает, а после чего готова умереть, лишь бы только он жил.